Юная леди, сядет со мной. Еще один прибор, пожалуйста. Право же, я не могу. Не беспокойтесь. Если нет желания, можем даже не разговаривать. Вы не обязаны это делать. Я делаю это из эгоистических соображений. Газету я уже прочел. И она вчерашняя. Некоторые счастливы в одиночестве, а другим нужно с кем-то проводить время. И не важно с кем. Ну, а вы? Я потеряла родителей, так что... быть одной для меня привычно.